Трасса 101. Приветствую, в эфире Трасса 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. Министерство внутренних дел выступило за конфискацию автомобилей у тех, кто сел за руль в состоянии опьянения повторно. Инициативу озвучил глава ведомства Владимир Колокольцев. Он сказал, что это вынужденная мера, без которой не обойтись. Всего в нынешнем году российские полицейские задержали почти 400 тысяч нетрезвых шоферов. Трасса 101. В южных регионах России могут запретить использование шипованных покрышек. Оказывается, этот вопрос обсуждается в Госдуме. Дело в том, что металлические шипы, соприкасаясь с асфальтом, убивают его. Это, сетуют народные избранники, заметно по глубоким колеям, образующимся со временем. Еще парламентарии жалуются на то, что многие россияне приобретают недорогую шипованную резину, а она особенно вредна для дорог. Трасса 101. В России первый случай, когда гражданина лишили прав за передвижение в нетрезвом виде на электросамокате. Как сообщает газета.ру, речь идет о жителе Казани. На глаза гаишникам он попался в конце лета этого года. Мужчина ехал, виляя из стороны в сторону. Полицейские установили, что по мощности мотора самокат сопоставим с мопедом, поэтому и зашла речь о лишении. Кроме того, нарушитель должен заплатить штраф 30 тысяч рублей. Трасса 101. Начиная с лета этого года в нашей стране резко подскочил спрос на подержанные электромобили, констатирует агентство «Автостат». Это связано с отменой таможенных пошлин на зеленые машины. По данным агентства, за 9 месяцев наши соотечественники приобрели почти 4000 электрокаров с пробегом и почти 350 новых. В обоих случаях лидирует Nissan Leaf. Трасса 101. Продавцы ретро-автомобилей со своим нескромным денежным аппетитом, видимо, активизировались. Ну что поделаешь, кризис в стране. На прошлой неделе сообщалось о том, что на продажу выставлена копейка 1970 года выпуска за 3,5 миллиона рублей. А теперь речь идет о 21-й «Волге», за которую хотят выручить 21 миллион. В объявлении указано, что машина бирюзового цвета была сделана в 1959 году. На учет ее никогда не ставили, а пробег составляет всего 190 километров. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте «Эхо Кирова». До свидания. Трасса 101.